Хорошо. А вы можете им аплодировать, они же слышат ваши аплодисменты. Конечно, в учебном процессе может возникнуть всякое разное, но я вам скажу по секрету, что есть гораздо ближе и более, наверное, правильный путь решения каких-либо проблем, возникших у вас. Есть точно такие же студенты, только которые чуть-чуть отличаются своими лидерскими качествами, которые не только учатся на 4-5 и с отличием заканчивают военмех. Попробуем еще раз. Они не только учатся на 4 и 5, и с отличием заканчивают военмех. Мне кажется, пора всем уже выдать обратно документы. Попробуем еще раз. Они не только заканчивают на 4 и 5, и с отличием заканчивают военмех. Аплодируете, наверное, аплодируете своему уходу, да? Потому что правильно, больше половины зала сказал, что это лучше всех. Конечно же. Они еще и помогают тем, кто пришел в эти стены за знаниями. Это студенты, которые совсем недавно были точно так же первокурсниками, но они прошли школу лидера, они участвовали во всех общественных движениях и акциях и вошли в состав студенческого совета. Я хочу студенческий совет военмеха пригласить на нашу сцену под ваши аплодисменты. Студенческий совет!